Всем привет! Нет, турецкий я не знаю. Всем привет! Я же говорю, посмотрим. Спасибо за губы. Ничем я не занимаюсь в данный момент, просто сижу дома. Спасибо. Спасибо всем за комплименты. Что 360? Нет, кыргызский я не знаю. Мужа у меня нет. Что можно с тобой посидеть? Где посидеть? Какая страна? Где я живу? В Бишкеке. Нет, я не игнорю, просто очень много комментариев. Нет, с подругой живу. Что три? Подруга отъехала. Нет, я не добавлю, просто напишите мне. Привет. Говорю, подруга отъехала, приедет чуть позже. Она хочет сегодня посидеть в Мяте. И хочет, чтобы я позвала какого-нибудь друга. А у меня все заняты. Ну, скорее всего, мы, наверное, пойдем вдвоем. Потому что я уже слишком взрослая, чтобы жить с родителями. Нет, я не играю, не игнорю. Вот давайте. Кто хочет пойти сегодня вечером в Мяту с двумя красивыми девушками? Или же мы просто пойдем в Мяту, я там начну прямой эфир, и кто-нибудь-то приедет. Нет, я не хочу. Я хочу с подругой жить. Не знаю, во сколько. Наверное, к 9. Погода отличная. Что я хочу? Хочу денег. На море. Какое море? Ну, не прям жарко. Ну, тепло. Сколько не жалко. Сегодня мясо удачно накроет кассу, да? Возможно. Нет, я не модель, но хотела бы попробовать тоже такое. Сколько мне нужно? Пусть будет, не знаю, 15 тысяч в общем. Вообще сумма может быть неограниченная. Нас деманду мак. Капец. Это, наверное, в России, да? У нас в прошлом году в это же время было очень холодно, был уже снег. Это очень странно. Привет, все хорошо. Всем привет, всем привет. Погода нормальная. Ты где? Я дома. Привет, можно? Что можно? Привет. Спасибо.
спасибо всем за комплименты. Я из Бишкека. Привет. Давайте что-нибудь поинтереснее, задавайте вопросы. А не просто привет, как меня зовут, сколько мне лет, замужем ли я. Вот эти вот три стандартных вопроса. Я уже даже написала, что я из Бишкека. Там, в начале прямого эфира, что-то там вроде бы выскакивать должно. Но все равно задают вопрос, откуда я. Нация у меня папа татар, мама русская. Да, в Бишкеке я живу с рождения. Дела пойдет. Дождь нет. Настроение так себе. Где это Бишкек? Это Азия. Не знаю, на карте посмотрите. Ну, по паспорту, да, татарка. Всем привет. Нет, я не знаю кыргызский. Наверное, ближе к христианке. Я из Бишкека. Ничем я не занимаюсь. Просто подрабатываю, делая брови. Всего, наверное. Нет, я с подругой живу. Родители недалеко живут.